ультра какая-то неправильная. И покажут нам ее коллектив «Всем добра». Москва! Железнодорожный! Аплодисменты! Готовы? Готовы! Убегаем! Он же тоже на дороге.
все нормально. И я, наверное, пойду. Я короче мокрый! Пожалуйста, я все-таки останусь. А ты не думал школу сменить? Ха, зачем? Меня здесь все любят. Ура-ра! А какой смысл твоей силы гравитации? Я могу показать фокус с камнем. Я использую силу гравитации. Отпускай руки. Да, детка, я знаю. Да нет, я против, больно вообще-то. Дайте кто-нибудь мать. Тебе какую? У меня есть от ушиба, от перелома, от забора. А есть что-нибудь от моей поганой жизни? Вот это точно поможет. За своей силой я замерз и перегрелся. Ну, согрей и остуди себя. Точно! А, да, хорошо. Да, всемогущий? У меня тоже есть твой хороший мальчик, в котором моя ДНК. Он мне хотя бы сын, а у тебя это уже странно. Все, не трогай меня. Что происходит? Бакуга, не стоит так злиться, мой мальчик. Я думаю, это я твой мальчик. Сколько у тебя еще таких мальчиков? Держи книгу, она мне очень помогает. О, книга, как подружиться с детьми? Ага, он 16. А остальные уже прочитал? За остальные уже отсидел. Что, а то мы сыграем, как в детстве. Спасибо, пап! Прям ностальгии накрыло. Старайтесь больше шутить. Сынок, ты и так похож на меня. Неправда. У мамки своей спроси. За дети валяются. Это не по правилам. Надо записать. Я помогу. Ты, конечно, переборщил. Но ты это сделал, потому что мы друзья. Не поэтому. Я никогда не достигал всемогущий прав. Я каждую минуту должен тренироваться. И когда-нибудь мне это обязательно пригодится. И как тебе это поможет? Ты тупой, что ли? Да я впервые по-хорошему захотел. Тортик вам принес, а вы как сволочь. Катя, ему транквилизатор. Дыку, ты такой хороший друг. Я так рад, что мы учимся в одной школе. Ути-мути-мути. Я сейчас все исправлю. Ой, это было больненько, но мне почему-то нравится. Сашка, вернись к нам! Ребята, ты же стоишь своими хорошенькими веснушками, и все вы меня ответите, друзья мои хорошие. Еще раз? Мне вот так нравится. Ну, пожалуйста. Ты видел моего сына? Он скоро вырастет и уделает тебя. Да меня сейчас в дугу уделает. Можешь поднять? Пакет бы я еще поднял, а у вас хлебушком уже нет. Все в порядке? Дэдку, мальчик мой, если ты будешь усердно тренироваться, ты будешь выглядеть так же хорошо, как и я. Попроси, совсем ослаб. Бывает, ты можешь новый герой. Я могу быть героем. Кто-нибудь сильный? Марк. Кто-нибудь статный? Кто достоин звания номер один? Папа! Да, сынок! У тебя нет таких знакомых? Да что за отношение такое? Все, я ухожу и больше не вернусь сюда никогда. Не вернется? Ура, мы прошли общий прыг!
кое-что принес.